У нас уже больше получаса нету света. Когда дадут, неизвестно, нету не только света, но и воды, ни холодной, ни горячей. И это не только в Ташкенте, но по всему Узбекистану и затронуло даже часть Казахстана. Там тоже нету света, вы представляете? А в больницах, если операция, ну, я понимаю, там есть компрессоры, которые сейчас какое-то время будут подавать свет, но надолго ли это хватит? А в метро люди застряли. Представляете, сколько нужно организовывать? Следите за новостями, что будет дальше.